Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, как общаться с коллегами на работе, когда те постоянно жалуются и недовольны? Не могу спокойно и адекватно реагировать на это. Спасибо за совет. Спрашивает человек по имени Анна. Ну, во-первых, психологи не дают советов, это первое, да, то есть как бы мы не даем советов, потому что это ваша жизнь и только вам решать, как действовать. А если вы не можете там условно говоря, в себе разобраться, да, вот, то имеет смысл, конечно, так скажем, именно помочь вам в себе разобраться, вот, как мне кажется, по крайней мере. Это вот такой аспект. Дальше. На мой взгляд, не совсем здесь понятно, на кого ваши коллеги как бы жалуются. Вот. То есть, жалуются они на вас, или жалуются они, там, скажем, на кого-то еще, да, то есть вот такой вот есть, как мне кажется, аспект достаточно важный в этом смысле, потому что если они жалуются на вас, да, жалуются вам, если они, так скажем, недовольны вами, вот, то это одно, как вы, я надеюсь, понимаете. А если коллеги недовольны, там, условно говоря, чем-то другим, да, то это вообще, немножко другое совсем. А вот, и, соответственно, тут, вот, как мне кажется, ситуация просто приобретает несколько иной поворот. А из того, что вы описываете, я бы вот не стал бы так однозначно, да, говорить о том, что коллеги жалуются конкретно на вас. То есть, нет такой информации, что коллеги жалуются вот конкретно на вас. Вот, поэтому тут вот остаются такие, нюансы, да, вот. Такие вот моменты непроясненные. Дальше. Как общаться, мне кажется, в этом смысле решаете вы. Как общаться, то есть это вам решать. Но вы говорите о том, что не можете спокойно реагировать на то, что они вот недовольны вами, да? Вот.
И это, в общем-то, тоже такой довольно интересный момент, потому что, ну вот если, допустим, мы говорим, что вы, ну вот там конкретно вы, как-то реагируете, да, на вот, ну, на их поведение, то как вы реагируете, ну вот конкретно, то есть, как конкретно вы реагируете на то, что они делают? Вы говорите, что, ну, что реагируете неадекватно, вот. Как именно и почему вы считаете, да, например, что ваша реакция неадекватна? То есть, ну, возможно, это только сейчас предположение, а вы слишком, как бы, большое значение этому придаете, да? Вот. А если вы придаете этому слишком большое значение, то у этого, очевидно, ну, есть какие-то причины. То есть есть какие-то вот причины, по которым вы придаете этому вот такое значение, да, которое оно придает. И мне кажется, что в первую очередь здесь нужно исследовать именно вашу реакцию. Вот. То есть как именно вы реагируете, какие чувства у вас это вызывает, и дальше уже, ну, дальше уже смотреть. Вот. Как, ну, как мне кажется. Это просто вот справедливо будет по отношению к вам. А так ситуация довольно, ну, довольно. Довольно абстрактно, я бы сказал. Вот. Понимаете, какая штука? Вот такой бы я, пожалуй, вам бы дал ответ. С точки зрения психологии, с точки зрения вот психотерапии. И, соответственно, ну, вам нужно обратиться к психологу, пожалуй. И разобрать то, что вас, ну, то, что вас волнует и беспокоит. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.